На Лену торжественно спустили новый пассажирский теплоход. О возможностях и особенностях судна в репортаже Виолетты Засимовой. Добраться до труднодоступных южных наслегов района станет проще и комфортнее. Новое пассажирское судно рассчитано на 44 места. Курсировать будет с города Якутска до села Исид, самой крайней точки Хангалазского улуса, по пути совершая остановки у населенных пунктов на реке Лена. Правительством Республики Саха-Якутия начата реализация программы развития пассажирского флота в рамках государственной программы развития транспортного комплекса Республики Саха-Якутия. Первым этапом катера приобрели мы для северных районов до 10 человек. Вот вторым этапом мы приобрели уже пассажирское судно КС-162, вместимостью уже более 40 человек. Теплоход выпущен на Костромском судомеханическом заводе. Его отличает увеличенная габаритная длина 22 метра, элегантная внутренняя отделка и улучшенная обзорность. Пульт управления оснащен самыми современными средствами навигации и связи. Скорость 30 км вверх по течению и 40 км вниз. Достаточная скорость, теплоход мягкий, хороший, не шумный, достаточно комфортный. Уже завтра теплоход отправится в свое первое плавание до села Исид. В неделю уже будут совершаться два рейса – во вторник и в пятницу. Отплытие с Якутска в 9:30 утра. Примерная стоимость билета – до 2000 рублей. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангалазский улус.